Yo, Brituki, Brituluski, Kakdiliski, o mini avsel, man. Chicky picky the lot, it's just nice, huh? Yes, it is nice. Se vou de antibudu, snack. O mini avsel, avsel. Chicky picky. O tibia avsel, avsel. Chicky picky. Avsel, chicky picky. Net problem, the flagerian vlogs. É da Maya, emblema, zakadina canal. Tut, kutaya tema, papichista canal. Nizabi vai, calacote. Dobro pajalovat na moi canal, the Flygerian Vlogs, the Vision about Peace, né? Najimai te subscribe, Viniz. Pa bratski, estou bui me bili pa blige, pa znakomite, man. Estou bui magli palo chait sabchenye. Najimai te kalakonchik, estou bui. Vui znait kagda u minha novi vipus. Kama neka, man, you just nice. Si vuna na ses gariache, peace new. Garache, super, dupa, pistinho. Я говорю garache, потому что здесь я вижу, что есть пистинho, называется привичка, скриптонит, featuring Under Panda, 104, my neck, man, вот они все мои кенти, man. Скриптонит, он из Казахстан, 104, тоже из Казахстан, я ему знаю, короче, ты понимаешь? Under Panda from Ajimei Records, man, это... Tá brat, вот. Привичка, не буду тратить ваше время, давай сразу погнали найти песню, man. Let's go. Cheers. Я в такой же майке стоит 10 лет назад. Правда, тот квадрат был довольно тесноват. Блокнул их лояб, сделал в стиле акробат. Запах дыма и закат, мы богаты без зарплат. В миру хапнул пиздеца, в мир были вои. Чтоб могли вот так здесь собрать. Это было нелегко, если вкратце. Я аул СВО, много лет тут чекал с потом. Здесь вокруг как будто не мешает думать. Ух, мы живем не как живут все. Передаю мой косой, пусть расслабится. Сжарился сезон, рядом жарят планты на пале. Даже я не готов на Under Panda. Первый, который пил в этот трек, это Скриптонит. Да, Даша? Да, Скриптонит, вот. Мне нравится Скриптонит, есть такой вайбс. У него есть такое чувство в песню, когда он поет. Ты видишь, что ребята есть вообще есть такое лирика, который... This guy is just is talented. Скриптонит is talented. Я не знаю, как объяснить вам по-русски, но давай сразу я буду говорить на английском. This guy, I like the way he switches his flow, man. It's dope. Скриптонит is dope. Like, he doesn't care about it. He doesn't go with that traditional style of singing, like, just giving you bar to bar or making everything monotonic. Скриптонит is not scared to change his style, switches his flow. But That was dope. It's what I was waiting for. It's what I was waiting to hear from Скриптонит. Скриптонит, man, big up. Dope. Let's listen to Under Panda. Давай сразу послушаем Under Panda, man. Let's go. Сжарился сезон, рядом жарят планты. Напаленные пацаны, напаленные мантры. Роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Биксы и типы, ну что-то типа вечеринки. Круг, прекрати себя любить. Что ты делал, когда пало дали жар с полудара? Когда блади дали шуму, его оказалось мало. Роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Вот, Under Panda, спасибо большое, man. That was, это очень чисто. Я слышал все твои лирика. Мне даже не надо смотреть в lyrical. I don't need to check out the lyrics to understand what you were singing about. I understood everything with my simple Russian smisli. With my simple Russian understanding, I could see, you know, picture out what you were trying to say there. Спасибо большое. That was dope. That was lit. Я думаю, что следующий это 104. Let's go. Летел на полчаса в патрику дурака. Сайт своим дыром, все в чем было ДГК. Не, это не привычки, это мой ДНК. Да, можешь говорить о том, что это не привычки, это мой ДНК. Манник. Это мой ДНК, да. Можешь говорить о том, что я закрывал за собой двери. Дышал сюда, я танцевал. Да, немного колорита, но шумка. Эти встречи не случайности, общили не за биткоин. Два года назад я бы назвал это разминкой. Сообщение в WhatsApp, но я потерял свой пинг-код. Вот, 104.
Скриптонит, скриптонит вообще. Я знаю, что это твой продакшн. Я знаю, что ты битмейк. Ты тоже сделает бит. Это твой бит? Расскажи на комментарии, если это скриптонит сделает этот бит, который я слышу сейчас. Расскажи на комментарии. Я хочу оточнять, man, Nick, man. Вот этот бит вообще классно, супер-дупер. Мне нравится такие... Это богатый саунд, ты понимаешь? Богатый саунд. Тот саунд не бедный вообще, let's go. И мантры, роксы, бутылки, друзья и их улыбки. Битсы и типы, ну что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках. Анепанда! Танцуй с мой круг, прекрати себя любить. Что-то мелкое допало, дали жар из полудара. Панда! Дали шуму, его оказалось мало. Тут роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Анепанда, расскажи мне, ман, Ника. Битсы и типы, ну что-то типа вечеринки. Это не привычка, это моё ДНК, man. Ты слышишь? Су. Да. Эй. Эй, эй, эй. Доп, 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 yeah. This song is dope. This is dope. Мне нравится этот бит, этот песню. It's nice, it's nice, it's nice. I have nothing bad to say about the song, man. The song is dope. Это не моя привычка. Это мой ДНК, my nigga, man. Понимаешь? Анепанда, big up. Скриптонита, big up. Тоучи Тири, man. You already know what it is, man. Peace. Yo, 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 pretuki, pretulushki, как делишки у меня все. Чики-пики, дела, манеку, man. Чист, ты же знаешь, а? У нас сейчас уже 50 тысяч подписчиков. Я благодарю вас, что вы подписаны, нажимайте на колокольчик. Каждый день будет новый контент. Все, чики-пики, нет проблем, the Flagerian Vlogs. Это моя эмблема, закати на канал. Тут крутая тема, подпишись на канал. Не забивай колокольчик.